инсталляции «Боевые подвиги России» на площади перед Афипским домом культуры открыли муниципальный этап 5-го краевого фестиваля конкурса народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России». Посвятили его 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Работали выставки мастеров прикладного искусства и различные тематические площадки. В холле ДК представили экспозицию, посвященную 200-летию со дня рождения мастера русской драмы Александра Островского. Яркую концертную программу фестиваля обеспечили лучшие творческие коллективы Северского района. Во время театрализованной композиции зрителям показали воинов разных эпох и мастеров фланкировки. Стоя почтили память защитников страны, пожертвовавших жизнями ради свободного будущего следующих поколений. В эти минуты российские солдаты вновь отстаивают интересы Родины, находясь на боевых позициях. Вспомнили имена жителей района, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Во время основной программы фестиваля зрители насладились театрализованным представлением казачьих обрядов, любимыми песнями и танцами в исполнении районных коллективов и сводных хоров.